Всем привет! Сегодня бы хотел поговорить еще об одном интересном пистолете в моей коллекции. Копия Беретты М9 от компании Tokio Marui. Страйкбольный пистолет, работающий на грингазе, выполненный полностью из пластика. Итак, прежде чем начать, напомню, что я занимаюсь в принципе внешним и внутренним тюнингом страйкбольных пистолетов, пневматических пистолетов, страйкбольных приводов. Покраска, гравировка, полировка, покраска, ММГ и СХП. Готовые работы можно посмотреть у меня на сайте, заказать тюнинг в ваших девайсах, можно в ВК и в Телеграме. Ссылочки, как и ссылка на сайт, в описании под видео. У меня долго было скептическое отношение, там, пластиковый пистолет. Как это может быть, это неинтересно, стоимость достаточно высокая. Честно говоря, когда он ко мне попал, я был очень приятно удивлен. Высокая копийность, пластик, вообще нисколько не скажу, что он сделан из пластика, вес со снаряженным магазином около килограмма, чуть-чуть меньше, чем боевая Беретта. Скажем так, Беретта он от курса охлощенная весит кило 100. Там кило 170, по-моему. Это килограмм 20 вместе с магазином, заряженным газом. Стреляет классно. Грингаз кушает только в путь, скорость выстрела примерно... грингаз любой кушает только в путь, не обязательно какой-нибудь для Tokio Marui. Я обычной ФЛ-кой заправляю, дает 100-105 метров после небольшой доработки. В принципе, очень точно и очень приятно лежит в руке, и в принципе... Меня он достаточно порадовал. Значит, смотрите, давайте поговорим о том, что с ним можно сделать после покупки. В принципе, он сразу из коробки работает очень классно. Я же, как великий извращенец, заказал к нему внутренний стволик от фирмы PDI диаметром 6,01 мм, в отличие от родного, там, по-моему, 6,07 или 6,08, типа, который повысит точность, кучность и мощность. Значит, по функционалу, естественно, имеет blowback. Есть функция декокера, можно сбросить с боевого взвода предохранителем. Есть защита от срыва курка. Сейчас не получилось. Вот, когда не до конца взвели и отпустили, выстрел не произойдет, а он зафиксируется в этом положении. Вот, все очень классно. Пластик очень высококачественный, из-за того, что затвор достаточно легкий, blowback... Он ходит шустро, блубэк ощущается прекрасно. Вот так вот, чем мне понравилось, это именно когда пистолет на грингазе, если вы даже не страйкболист, а просто иногда нравится по мишенькам пострелять, там на даче где-то, там дома, еще где-то. Магазин всегда заряжен газом, так положено хранить грингазовские магазины. Взяли, несколько выстрелов сделали, положили, в отличие от СО2, который надо извлекать. В принципе, очень интересный, классный пистолет. Всем спасибо за просмотр, смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь.